Уважаемые друзья, а мы продолжаем нашу предыдущую тему «Врачевание сердечно-сосудистой системой. Наука или искусство?». И сегодня мы более прицельно поговорим о факторах риска. Именно о тех факторах, которые были выявлены благодаря фримингемскому исследованию, и четко было выяснено, что приводит к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, но главный вывод, что мы должны сделать, чтобы эти заболевания предотвратить. Итак, когда мы видим вот такие пары на экране, где женщина несколько старше мужчины, мы понимаем, что это такая подсказочка, чтобы запомнить, что есть некорректируемые факторы риска. Это женщины более старшего возраста, для них это начинается с 50 лет, этот возраст. И мужчины старше 40 лет, для них тоже факторы риска начинают играть свою роль в их продолжительности жизни, когда они достигают возраста 40 лет. Так что вот такие пары, 40-50, 40-50 и больше, вот они как бы нам подсказывают, с какого возраста факторы риска прям четко вмешиваются в нашу жизнь. И кто-то из этих людей, ну, не перейдет в следующий возраст, потому что возникнет какое-то сердечно-сосудистое заболевание. Как часто надо корректировать факторы риска? Это тоже очень важный вопрос, и вы видите ответ на него. Контроль не реже одного раза в 5 лет. Как только человек перешагнул этот барьер, еще раз повторюсь, 40 лет для мужчины и 50 лет для женщины, один раз в 5 лет нужно проводить оценку всех факторов риска. Какие это факторы риска? Благодаря фримингенскому исследованию была создана шкала, ну, SCORE, да, так она называется. И вы видите, что в этой шкале учтен возраст, пол, уровень холестерина и уровень артериального давления. Также есть вот эти две колоночки. Одна колонка для курящих, другая для некурящих. И вот мы с вами перечислили все факторы риска. Вы видите, что на этом слайде шкала SCORE сделана для России. Ну, мы с вами начинали с того, что говорили, что продолжительность жизни в России на 10 лет меньше, чем в других странах. Россия относится к группе стран с повышенным уровнем риска, и поэтому для России вот этот красный цвет начинается более раньше, чем для стран Европы. То есть мы находимся в более высокой группе риска. Для нас более жесткая эта шкала, потому что у нас все начинается раньше. Ну и, кстати, это неудивительно, потому что знаменитый персонаж Илья Ильич Обломов, пусть он и литературный персонаж, этот персонаж, он умирает в 40 лет. То есть сейчас только что мы говорили, что факторы риска, они начинаются только с 40 лет. Ну, а он уже собрал такую кучу, что вот он оказался одним из тех, кто, собственно, в 40 лет и умер. Итак, вот с этим прекрасным персонажем в изображении Табакова, ему доктор говорил: «Мой долг сказать вам, что вы должны изменить образ жизни, место, воздух, занятия, все-все-все». То есть первое, на что обращает внимание врач, это образ жизни, совершенно не способствующий здоровью. А дальше доктор говорит Обломову о том, что он должен сделать. И обратите внимание на очень конкретные рекомендации. К зиме поезжайте в Париж, и там в вихре жизни развлекайтесь. Поезжайте в Киссингем или Эмс, там проживете июнь или июль. Пейте воды, потом отправляйтесь в Швейцарию или Тироль. Лечиться виноградом, там проживете сентябрь и октябрь. Посмотрите, четкая врачебная рекомендация, куда ехать,
что делать и в какое время. То есть первое, что говорит ему доктор, поменять образ жизни. Дальше. Надо стараться развлекать себя верховой ездой, танцами, умеренными движениями на чистом воздухе, заниматься физической нагрузкой, приятными разговорами, особенно с дамами. И посмотрите, максимальная ЧСС, давайте сразу посчитаем на конкретном приеме для Обломова. Для его возраста 220 минус 40, 40 лет ему, 180. Физические нагрузки, вот эти движения на чистом воздухе, это движения, при которых для его возраста ЧСС соответствует 126 ударов в минуту. Когда мы с вами говорим о вот этих 10 тысячах шагов в день, которые должен сделать человек старше 60 лет, это шаги с темпом приблизительно 120 ударов в минуту. То есть темп может быть разный, но сердце должно биться, чтобы человек ощущал физическую нагрузку, 120 ударов в минуту. И поверьте, это вот не те бабушки, которые тихонечко, я вот чуть-чуть-то, то ли она движется, то ли не движется, и уж как 10 тысяч так точно за целый день не пройти. Вот, это достаточно хороший темп, 5-6 километров в час, вот, который надо бодренько пройти вот за 1-2 часа в течение дня. Дальше. Рекомендации по борьбе с курением. Ну, как вы помните, Обломов курил. Здесь европейские все рекомендации говорят о том, что нужно придерживаться 5А, такой рекомендации 5А по прекращению курения в повседневной практике. Что для этого должен делать врач? Во-первых, при каждой возможности выяснять у пациента статус курения. Курит или не курит? Если курит, что дальше делаем? Недвусмысленно советуйте всем курильщикам прекратить курение. То есть не надо так вот, можете бросать, можете не бросать, да ладно, если привыкли. Однозначно надо бросать. Ваше мнение должно быть однозначным. Курение надо бросать. Ничто так не повреждает сосуды, как курение. Причем мы бьем по этим сосудам сахаром, бьем по этим сосудам холестерином. Это тоже все наши привычки питательные и так далее. Так нет, мы еще придумали себе еще одну дурную привычку, значит, курить. Это совершенно бесполезное времяпрепровождение, никому не нужное и не приносящее никаких положительных эмоций, и которое убивает наши сосуды гораздо быстрее, чем все остальное. Что еще должен сделать врач? Оценить степень пагубной привычки и готовность отказаться от курения. Поговорите с пациентом, потратьте на это одну минуту, да? Ну, вы вообще понимаете, что надо бросить курить? Понимаете, надо. Пожалуйста, составьте мне конкретный план, как вы будете это делать. Согласуйте с пациентом стратегию борьбы с курением, включая дату отказа, консультации по изменению поведения и, возможно, медикаментозное лечение. Мы уже как-то обсуждали с вами, что сейчас, например, к хирургической операции, в каком бы месте она ни была, не допускаются пациенты в Европе, если они за 4 недели до операции не бросили курить. Нет, и все. Вы должны бросить курить, потому что курение – это лишний фактор риска, который может сыграть после хирургической операции. После хирургической операции у нас возникают что? Инфаркты миокарда. Вот, поэтому врачи не хотят на себя брать лишние риски. Поэтому, если вы хотите о своем здоровье заботиться, пожалуйста, сначала бросьте курить, а потом приходите на операцию. Все достаточно четко. И организуйте расписание наблюдения. То есть, вот, да, надо прям сесть и сказать, как вы бросаете курить. С помощью медикаментозного лечения, с помощью других методов. Но человек должен знать четкий план, как он отказывается от этой дурной привычки. Преимущество отказа от курения. Через 3 месяца функция внешнего дыхания увеличивается, уменьшается кашель, отек синусовых пазух, усталость, отдышка. Через год риск ишемической болезни сердца снижается на 50%. Через 5 лет риск инсульта снижается до уровня некуривших. Через 15 лет риск ЭБС такой же, как у никогда не куривших. Но вот видите, вот эти 15 лет разница, да? Значит, человек, который курит, живет на 15 лет меньше, чем человек, который не курит. Выбор за вами.
Следующие рекомендации из Обломова. Пищи мясной и вообще животной избегайте. Мучнистый и студенистый тоже. Можете кушать легкий бульон, зелень. Короче, пошли рекомендации по питанию. Но, кстати, тут мы тоже плавно, все у нас пересекается. Что такое рекомендации? Это уровень доказательности С. Это мнение специалистов или небольшие исследования, ретроспективные исследования. Но дело в том, что очень многие рекомендации, сейчас-то мы говорим о том, что вот по рекомендации соблюдать правильную диету, у нас уровень доказательности А, потому что уже проведены мультицентровые исследования, большие метаанализы и так далее. Если бы это был уровень Б, то данные, полученные в рандомизированных и клинических исследованиях или больших нерандомизированных исследованиях. Но когда эти рекомендации были даны Обломову, это был уровень С, то есть это было мнение специалиста, потому что оно не было подтверждено какими-то исследованиями. Но от этого ценность этого мнения не уменьшается. Понимаете? То есть вот когда мы с вами начали говорить о том, врачевание – это наука или искусство, вот здесь, в этих уровнях доказательности, это очень интересно высвечивается. То есть вот это мнение классного специалиста, то есть это как искусство, оно даже может быть по своей результативности в несколько раз выше, чем данные, полученные в метаанализах, чем уровень А. Потому что там, возможно, какая-то статистическая ошибка. Но все равно она гораздо меньше, чем в уровне Б. Это просто говорит, вот эти уровни доказательности, они просто говорят нам о способе получения этой информации. Эта информация получена из исследований или метаанализов, или это мнение отдельного специалиста. Можно ли каждому из этих уровней доверять? Да, можно. Еще, когда мы говорим о рекомендациях, а мы уже с вами упоминали о том, что 23-й год – это год клинических рекомендаций и для России, потому что очень многие вещи описаны в этих клинических рекомендациях, и врачи должны их соблюдать при назначении той или другой терапии. И здесь нельзя не сказать о классе рекомендаций. И вот вы видите, что если написано, что класс рекомендаций первый, то это однозначно 100% рекомендовано. Вот. Если класс второй, то он делится в европейских рекомендациях на два подкласса. 2А – это больше рекомендовано, чем нет. 2Б – это рекомендовано меньше. Вот. И класс третий – это не рекомендовано. То есть если мы видим класс 3, уровень доказательности А, то это значит, что в метаанализах и в больших исследованиях доказано, что этот препарат или этот метод не рекомендован. А если мы видим класс 1 и уровень доказательности С, то значит и мнение специалистов настолько авторитетно, что этот способ или этот препарат однозначно рекомендован. Вот такая вот ситуация. Но вернемся к Обломову. Что у Обломова не получилось контакта с врачом? Обломов врачу не верит. Кстати, этот способ вот взаимодействия врача и пациента – это тоже очень важно. Это то, что делает нашу профессию, делает искусство. Если у вас есть контакт с пациентом, если пациент вам верит, то вы можете даже просто его разговорами вылечить. Если этой веры нет, и он не верит ни одному вашему назначению, толка не будет никакого. И, между прочим, на этом основании в Европе некоторые врачи даже могут отказаться от ведения пациентов, потому что смысла в этом нет. Ну и что отвечает Обломов? «Хорошо, хорошо, непременно исполню», – едко отвечал Обломов. Автор, как пишет, едко. «Провожая его». Во что в ответ получил? Если вы еще года 2-3 проживете в этом климате, да будете все лежать, есть жирное и тяжелое, вы умрете удар. Ну, так и случилось. То есть врач был прав, но контакта с пациентом не произошло. Результат был плачевным. Мне еще хотелось бы показать вам одну таблицу.
На самом деле я ее достаточно долго искала, потому что это от вас последовал вопрос, когда тоже мы обсуждали факторы риска, что делать с таблицами людей, которые моложе вот этого возраста, моложе 40 лет, но у них тоже есть определенные факторы риска. Так вот, есть таблица для людей от 18 до 40 лет. Вот выглядит она вот таким вот образом. Единственное, что риски, которые указаны в ней, не абсолютные, как в шкале Скори, такой большой шкале, а относительные. Это могло бы быть. Но пользоваться этой таблицей нужно, потому что она помогает людям более молодого возраста изменить свой образ жизни и уже к 40 годам снизить количество факторов риска, которые накапливаются к этому времени. Это прежде всего относится к курению, питанию и повышению физической активности. Цели вмешательств. Итак, курение мы с вами уже разобрали. Отсутствие воздействия табака в любой форме. Диета. Низкое потребление малонасыщенных жиров, акцент на цельнозерновые, овощи, фрукты, рыбу. Масса тела, нормальная масса тела, индекс массы тела 20-25 кг на метр квадратный. К этому нужно стремиться. Окружность талии тоже очень важный показатель. Для мужчин менее 84 см, для женщин менее 80 см. Физическая активность. Минимум 150 минут в неделю умеренной физической активности. Или 75 минут в неделю активной аэробной нагрузки. Значит, 150 минут – это пульс выше 120 ударов в минуту, я вам напоминаю. Цели медикаментозного вмешательства. Мы только что сказали об образе жизни, теперь о медикаментозном вмешательстве. Медикаментами мы можем скорректировать уровень холестеринов, липопротеидов низкой плотности, холестерина, липопротеидов высокой плотности, триглицеридов. Медикаментами мы можем держать уровень артериального давления в норме, и медикаментами мы можем держать нормальный уровень сахара в крови, то есть компенсировать развивающийся сахарный диабет. Все это возможно, было бы желание. Ну а если мы говорим о тех заболеваниях, которые развиваются, и если мы не ведем борьбу с факторами риска, то прежде всего это артериальная гипертония, которая, с одной стороны, является фактором риска, с другой стороны, самостоятельным заболеванием. Это ишемическая болезнь сердца или коронарная болезнь. Она связана с изменениями коронарных сосудов, то есть сосудов, которые снабжают само сердце. И внутри они сужаются, и внутри них возникают тромбы, и, соответственно, нарушаются участки кровообращения, образуется инфаркт миокарда. Это нарушение ритма и проводимости. Вот это более сложное заболевание, потому что его нельзя связать с метаболическими нарушениями, с возрастными. Скорее всего, нарушения ритма и проводимости имеют какую-то генетическую основу, потому что часто они развиваются и в молодом возрасте. Но то, что вот это нарушение ритма и проводимости в итоге может провоцировать другие сердечные заболевания и даже внезапную сердечную смерть, это остается фактом, поэтому это отдельная тема для разговора, и об этом мы тоже поговорим. И завершение как бы вот такого цикла работы сердца – это развитие сердечной недостаточности, которую тоже мы с вами обязательно поговорим на эту тему. Сейчас выделяют несколько видов сердечной недостаточности. Вот. Но если говорить о смысле, как бы, как она образуется, выделяют систолическую сердечную недостаточность, диастолическую сердечную недостаточность. Вот. А сейчас классификация сердечной недостаточности включает в себя сердечную недостаточность с низкой фракцией выброса, что более первично нам и соответствует вот этой систолической, диастолической сердечной недостаточности, сердечную недостаточность с промежуточной фракцией выброса и сердечную недостаточность с сохраненной фракцией выброса. Это очень интересная тема, и это очень прогрессивная классификация в плане лечения наших пациентов и вообще отношения к сердечно-сосудистым заболеваниям, к их развитию и профилактике.
смерти у этих пациентов. И мы подробно об этом поговорим на наших последующих вебинарах. А сегодня до свидания. Я была рада пообщаться с вами. Жду ваши вопросы.